Мы проводим уже во второй раз в нашем городском округе акцию «Лига будущего», которую предложили к реализации Росмолодежь, федеральное агентство. Первая встреча была в апреле у нас в ДК Подмосковье. Теперь мы проводим уже встречу в ДК Луч, Петрово Дальнее, на территориях наших, в нашем тироделе Ильинское. Цель мероприятия – это обратная связь между администрацией, какими-то спонсорами, активистами или прочими какими-то меценатами, и молодежи, чтобы их услышали, они были поняты, и какие-то их задумки, идеи, возможно, были доведены до ума и реализованы. Вот сегодня мы услышали, например, проекты по строительству в Опалихе картинга, потом проекты по народной медицине, по лекарственным травам. Ребята из Ильинской школы предложили сделать ко Дню молодежи в нашем округе некую выставку и мастер-класс по 3D-проектированию и на 3D-принтере. Результат их деятельности показывать. Это очень интересно, очень перспективное направление, и ребятам это очень нравится. Очень важно, что данный проект сегодня реализовывается в Ильинском, потому что с молодежью на территориях тоже очень важно работать. Эта работа представляет огромную ценность, поэтому мы будем всячески стараться взаимодействовать с ними более тесно. И я уверен, что огромное количество талантливой молодежи, которая проживает здесь, сможет реализовать себя в будущем, и мы их будем в этом поддерживать.